«Горячий ключ» – хорошо известный и один из старейших в России бальнеологический курорт. Он расположен на северо-западном Кавказе, в одном из живописных уголков Горной Кубани. Вот уже почти полтора столетия здесь успешно лечат заболевания органов опоры и движения, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые болезни и многое другое. В отличие от группы курортов Кавказских минеральных вод, «Горячий ключ» находится в самом центре главного курортного региона России, в Краснодарском крае. Его доступность определяется близостью к международному аэропорту города Краснодара, всего 50 километров, и наличием узловой железнодорожной станции. К тому же через «Горячий ключ» проходит федеральная трасса «Дон», ведущая к российскому Причерноморью. А это всего 55 километров от «Горячего ключа». Уникальность курорта «Горячий ключ» в сочетании и возможности применения в одном месте различных по своему химическому составу минеральных вод. В первую очередь это термальные сероводородные воды наружного применения типа Сочи-Мацеста, а также питьевые соляно-щелочные воды, схожие по своему составу с ессентукскими. На курорте «Горячий ключ» используются воды нескольких видов. Термальные – до плюс 60 градусов, сульфидные, хлорида, гидрокарбонатные, натриевые. Для ванн при заболеваниях органов движения и опоры, периферической нервной системы, гинекологических болезнях. Сульфидные, гидрокарбонатные, натриевые и хлоридные натриевые с более низкой температурой воды и меньшим содержанием сероводорода для питьевого лечения и бальнеотерапевтических процедур при заболеваниях органов пищеварения. Многие санатории имеют собственные лаборатории и аппаратуру, позволяющие прямо в стенах здравниц провести полную диагностику здоровья пациентов. Ну и, конечно, лечение. Вообще, медики рекомендуют приезжать в «Горячий ключ» не менее чем на 14 дней, в идеале на 21, чтобы пройти полноценный курс лечения. Помимо бюветов с волшебной водой, предлагается большое количество оздоровительных программ и процедур. Грязелечение, парафинолечение, азокеритолечение, действенные и полезные процедуры при заболеваниях кожи, позвоночника, суставов и других органов. Они усиливают кровообращение, улучшают обмен веществ. Подводный душ-массаж, ванны с целебной горячей ключевской водой давно и эффективно помогают восстановиться людям. Многие методики эксклюзивные, созданные специалистами, не один десяток лет работающих в сфере санаторно-курортного лечения. Отдых на курорте «Горячий ключ» предполагает комплексное санаторно-курортное лечение, основанное на уникальных природных факторах, проживание в экологически чистом предгорье Кавказа, а также возможность применения солнечных и морских ванн на Черноморском побережье без прерывания основного курса лечения на курорте «Горячий ключ». Знаменитая питьевая галерея, водолечебница в самом центре курортной зоны давно стали визитной карточкой города «Горячий ключ». А ведь все это территория одноименной старейшей здравницы Кубани, располагающей собственным базовым санаторием, услугами которого пользуются многие здравницы, находящиеся на территории курорта. Гордость санатория – уникальная вода, типа ессентукских и мацестинских минеральных вод, по многим параметрам лучше вышеупомянутых источников. Она эффективно используется для лечения желудочно-кишечного тракта. Сероводородные воды также используются для наружного применения при лечении заболеваний опорно-двигательной системы. В отделении кардиологии вам помогут реабилитироваться после серьезных заболеваний и операций. Питание трехразовое, диетическое, по показаниям дробное, до 5 раз. Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами, двух- и трехместными номерами люкс, а также отдельно стоящими коттеджами повышенной комфортности. Имеются семейные номера, а также номера с частичными удобствами. Санаторий «Горячий ключ» – базовая здравница, услугами которой пользуются многие санатории. Водолечебница, питьевая галерея, разнообразный номерной фонд. Город «Горячий ключ», улица Псекупская, 2, телефон 352-31.